Hey, okay, с вами Шимки, мы продолжаем бродить игру под названием Dark Souls 2. Короче, я немного разобрался, как использовать чудо. Для чуда нам нужны вот такой вот колокольчик, как вы видите, у меня сейчас на руках. Это, если что, у нас будет тоже лечение, тогда вместо фаски буду ее использовать. Вообще, сколько она тратит? Так, возьмите задание, счета, которое часто пользуется кликеркой слегка, восстанавливается слегка. Также мне интересно колечки. Если я сейчас одену два кольца на защиту огня. В смысле, я не понял. Натуре? Лол? Мне, я думал, типа, кольца одинаковые как раз куплю, чтобы была увеличенная, типа, сопротивляемость, а оказывается, нихера нельзя. Печально. А, да, я еще копье забыл прочесть. Копье из черного серебра. Копье из черного серебра наполнено силой тьмы. Стражи могил поклялись хранить покой спящих в склепе нежити. Если кто-то решил его нарушить, стражи могил похоронят наглеца рядом с остальными. Независимо от богатства и влияния. Так, так, так. Ни хера я вам скажу, да хера оно. Человечность. Ау. Ну, зато красные фантомы нападать не будут. А хотя, какого черта красные фантомы нападают, даже если я в облике нежити? Где сопротивление огню? Сопротивление огню где? Короче, а что у меня вообще по предметам против огня? Я все-таки так подумал. Так, это мне не надо. Это мне не надо. Так, кровотечение. Правая рука. Ножики, бомбы. Магия, молнии. Ладно, пускай остаются. Вода мне не надо. Души выкидываем. Так, теперь что у нас есть на сопротивление огнем? Так, защита от огня берем. И все. Класс. Ладно. А ты что такое? Малать, он как-то подорвался, на меня так побежал резко, что я даже... Блин, горящие камни, это херово. Типа, пропаркурить можно, но я сгорю за раз-два. Хотя, какая разница, да, я уже все равно нежить. Да ладно, на всякий случай, колечко. Уголь вражды, фимен. Ясно. Сосете. Почему я так горю? Вспомнить первую часть. Ты горишь? Одеваешь кольцо? Все нормально.
Я понимаю, да, лава, типа, горючая. Но это просто камень раскаленный. Типа, ладно, окей. Ладно, окей. Но он меня видит, я смотрю, нахереть в каком расстоянии. Этот самурай. И он довольно быстро ко мне летит. Его, наверное, меч можно забрать. Походу лаву можно будет остудить. Привет. А ты кто? Странная Шерон. Ну хотя бы за фигурку спасибо. О, вот это как раз то, что нам необходимо. Ух, блядь! Еще один! Да идите в жопу! Я могу просто забрать кольцо DLC, да и все. Чё так сложно? Чё вы мне... Знаете, не... Втихаря так налетели? О, привет. Что? Кто ты? Кто я? Магилорд? Конечно, кто же еще? Что? Выглядишь на мой... Взгляни на мой товар. Зажечь фимиан? Купить предметы. Шмотки шута. Увеличивает сопротивляемость проклятия. Неплохо. Опа, это что за камешки? Так, это шаг, чтобы не падать сильно. 7500. Старый древний знак гласит. Отлично. А, ясно, это знаки. На время увеличит удачу. Здравствуй, спасибо, прости. Починка. Видишь ли, вообще-то я охотник на сокровища. Торговля не главное в моей. Я брожу по кругу, следуя своей интуиции и собираю разные шутки. Не так важно, за сколько можно продать вещь. Главное, чтобы она мне нравилась. Нравится ли мне мое занятие? Хороший вопрос. Думаю, я должен продолжать, ведь я занимаюсь этим уже целую вечность. В этих рай хорошее железо. Старый король даже использовал его для постройки замка. Но тот оказался слишком тяжелым и со временем ушел под землю. Землю извергла из меня огонь, и вскоре это место стало таким, как сейчас. По крайней мере, мне так рассказывали. Неплохая история, согласен? Итак, что думаешь, возьмешь сегодня что-нибудь? Эй, знаешь, это страна в парне? Ну, с громадным голубым этим. Он говорит о нем с уважением, но я чую, что тут попахивает. Я не хотел его огорчать, и поэтому одержал разговор. Скажу коротко, здесь в округе полно разных легендарных мечей.
слышал голоса, или мне показалось. Тебе приходилось слышать о храме в восточных землях Дранклики? Говорят, он построен в честь драконов. Если бы я знал, как куда туда добраться, то причесал бы там все в поисках сувениров. Окей. Для кого заключение вы хотите... Хорошо. Я не... Так, хорошо. У него можно понизить... В чем подвох? А, здесь этот ключ камень Фароса. Ладно. Уже неплохо. По факту я могу просто подбежать... Сопротивляемость огню схавать и собрать ключ и не мучиться. Похер, похер. Вы понимаете, чтобы получить этот ключ? Я должен забраться куда-то, наверное. Я не знаю. Не, я просто считал, что это ключ для DLC. Типа, в DLC. Я это прочел. Так, это ключи. Где мои ключи? Железный ключ. Открывает железную дверь в железную цитадель. Открывает каменную тюрьму в роще охотников. Открывает солдатскую дверь в лесу гигантов. Старый ключ. Так, кажется... Или что-то пошло не по плану. Я смотрю, ты маг. Для... Зачем вы на меня нападаете? По идее, я забрал ключ. Где лучник? Я точно видел, что я забрал ключ какой-то. Так, железный ключ от железной двери в железной цитадели. Замок старого железного короля прогрузился в огненное озеро. Я шаги просто услышал. Ага, в огненное озеро, не выдерживая собственного веса в бремени счастливого короля. Со временем жадные до наживы старины расстреляли все железо и замка. Железная дверь вскоре всего должен находиться где-то далеко. Все, да, это ключ уже от полноценного дался. Да, давай, мне нужна вещь. И у тебя я куплю ветвь. Так, ветвь я купил. Купаем это. И у меня остается сколько? 3. За 3 штуки мы с тобой возьмем
починочку. На остальное можно купить гранат. Все. Я думаю, это прекрасная сделка. Главное, ты тоже вовремя появился, чел. Спасибо. Блять! Ты идиот? Упади вниз. Ладно, еще коцнут. Хотя можно попробовать посмотреть, сколько она восстановит. Да, полную восстановила, неплохо. Почему вы на таком здоровом расстоянии видите меня, ребят? Кольца, мне кажется, не одета. Там вообще какой-то бункер. Короче, я понял. И что это значит? Как ты это сделал? Я понял, короче. Мне бесит то, что они самонаправляющие у них. Да, в принципе, и у меня тоже. Вдвойне. Короче, мне нужно, как я понимаю, нажимать рычажки, да? Ну, окей, у меня тогда вопрос. Куда дальше? Я просто понимаю, что я сейчас прыгну, я умираю. В принципе...
шам. Это кто? Это что там такое вообще стоит, интересно? Ты ж не думал, что я пойду к тебе драться, а, приятель? Я ж настолько наивный. Что пиздец? Да, да, да. Уйди и спрячься. Ну и чё? Ну и что ты сделаешь мне? Не, ну, слушайте, по правде у него хп до хера. Скотина, он спрятался. Я не дохера фехтовальщик, чтобы с тобой сражаться на мечах. Надеюсь, мы друг друга поняли, приятель. Жизни мерцающий титанит. Кольцо жизни увеличит максимальное здоровье. Но хер знает. Не, подожди, мне нужно спрыгнуть. А мне нужно сейчас. Как мне это сделать? Куда мне вообще идти? А выше не подняться, да? Ничего не понимаю. Я открыл дверь, хорошо. Теперь я понял. Сгорю. А, тот челик еще и ближневой атаки. Я типа должен успеть или что, я не понимаю. А, все. Ну я буквально, в принципе, я мог попытаться. Большой сколок. Старый лучистый самоцвет. Прикол.
А вот теперь можешь использовать. Запульнет отсюда туда. Окей. И нахер он это сделал? А, под... Нет, я не понял, нахер он тогда это сделал. Ну, типа... Если мне сюда... Или мне не сюда? Ой, блин, только заметил! Я не понял, а чем я с кувырками? Ух ты ж, ё-моё! Кажется, я понял, что у меня с кувырками. У меня 70%, когда у меня перегруз. Да, найс. Я думаю, чё я так херово? Хоть что-либо делаю. И что вы мне предлагаете? Одного запинаю, ладно, допустим. Что это? А, я понял. Пока я горю, надо убегать. Это может, давай у тебя пузо потухнет. Ой, бля. Так, ребят, давайте сделаем таким образом. Мне сейчас нужно уходить, поэтому я эту серию не заканчиваю, я потом их просто объединю. Эту... Ни хрена мне идти! Эту и... которую я сниму еще, ну, типа, кусочек. Поэтому мы запомнили, что 30 минут уже прошло. Хотя нет, ребят, мы заканчиваем на этом. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Да, я не шучу, пока.